Непогоду в Украину принес мощный циклон, который бушует в Центральной Европе. Там стихия унесла жизни 7 человек. Особенно беспощадным ураган был в Польше и Чехии, зацепил и Германию. Обо всем подробнее Людмила Панасюк. В Польше 2 человека погибли в результате падения деревьев во время урагана, который здесь назвали Грзегорз. Повреждены более 1000 зданий, 850 из них жилые. Тысячи домов обесточены. Как и в соседней Чехии, ураган застал людей врасплох. Никто не ожидал, что стихия так разбушуется. Я завтракала, за окном был сильный ветер. Вижу, пролетает ведерко. Вышла его убрать, чтобы не пострадала машина. И все начало рушиться, и мой дом тоже. Я не знала, что делать. Не лучшая ситуация и в Германии. Здесь ураган назвали Гервард. В Гамбурге и Берлине власти ввели чрезвычайное положение. Скорость ветра достигла 125 км в час. В стране настоящий транспортный коллапс. Отменены сотни железнодорожных рейсов. Спасательные службы расчищают дороги. Завалены деревьями и ветками и просят людей без необходимости не покидать свои дома. Есть проблемы и с авиасообщением. Из-за сильного ветра в аэропорту Зальцбурга едва не разбился пассажирский самолет. Из-за сильных дождей подтоплены также дома и подземные парковки. В частности, в Гамбурге из берегов вышла Эльба и затопила знаменитый рыбный рынок. Анна Ильиных, Людмила Панасюк. Подробности, телеканал «Интер».